постараюсь сжато за 3 минуты рассказать про Грецию и Халкидики на сегодня. И в подкрепление этого мы еще запустим ролик, который снимался в отеле Eagles Palace на Афоне. Вот. И, собственно, могу начать. Давай. Итак, уважаемые зрители, дорогие друзья, хотел бы вам буквально дать пару таких, ну, не советов, а рекомендации по поводу отдыха, мое видение по поводу отдыха в прекрасном месте Халкидики. Как вы знаете, это Греция, аэропорт прилета город Салоники, примерно 90 километров от аэропорта находятся первые курортные зоны, это 3 пальца халкидиков, так сказать, 3 пальца великанов, Кассандра, Ситания и Афон. Собственно, Халкидики, скажем, новая зона довольно туристическая, она начала развиваться в 60-х годах, довольно спокойная, из 3 пальцев, значит, мы знаем, на Афоне находится у нас монастырь, Республика Афон, там турзоны нет, вернее, там есть отели, но это только для паломников и только мужчин. На среднем пальце Ситания находится прекрасный отель Порто Карас, ты его, Андрей, прекрасно знаешь, 2 корпуса, типа люкс, Мелитон и Ситания, это для отдыха с детьми, прекрасные пляжи, сосны. Вид на восток это горы, вид на юг это прекрасное море и где-то там справа городок Неос Марморос, то есть в принципе который можно посещать, плавая на кораблике из порта Караса Мелитон за буквально 2 евро, 2,50 в одну сторону. Город, который можно, мы делали сюжеты, обойти за полчаса, но очень такой колоритненько, можно половить рыбу. С пристани. Можно, да, посидеть в кафешке, девочку, имя помнишь ее, это вот гречанка? Нет, к сожалению. Вспомним имя, расскажем в следующий раз. Прекрасный ресторанчик на пляже, где вкусно вкормят, наливают вкусную... Слева от пристани рыбная таверна, прямо на пляже. Да, рыбная таверна, наливают напитки, вина, вот это вот, вечно забывают. Цепура. Цепура, да. Соки, то есть, опять же, если вы там днем, то ребенок может находиться на пляже. Копаться в песке, если он очень маленький, если постарше, может даже купаться спокойно. Если вы в межсезонье, как были мы, там выдают такие вот одеяла, то есть очень приятно сидеть и наслаждаться жизнью. Что еще делать в Халкидиках? Значит, по сути, если вы находитесь на Ситании, где находится крупный отельный комплекс, активной жизни там не будет, можно ездить. Если вам нужна ночная жизнь, на Кассандру, там есть ночные клубы, но это далековато и, наверное, не так дешево будет. Салоники, ну это такой выезд выходного дня, потому что ехать примерно 2-2,5 часа по серпантинам вдоль берега, можно посмотреть вот все эти античные руины прекрасные, посидеть на шикарной набережной, наслаждаться морем, попить кофе. Кофе, холодный кофе. Ты имеешь в виду фраппе? Фраппе, глассе хотел сказать, кофе фраппе попить. Осмотреть достопримечательности, в общем-то, сделать миллиард селфи, походить по прекрасному рынку, купить что-то интересное себе, не только из вещей, а также всякие вяленые маслины, всякие штуковины, такие сыры, ну, чем Греция, собственно, и славится. Если же вы хотите вообще в паре провести, вы поехали без детей, то обратите внимание на то, что есть, можно взять в аренду, я уже думаю, подготовили вилла Галини. Это вилла, резиденция миллиардера Яниса Карраса, который построил комплекс и, по сути, выкупил у монахов чуть ли не весь полуостров Ситания. Прекрасная стоит вилла в горах, в принципе, ехать 3 минуты буквально от отеля. Шикарный вид, там вы просто впадаете в состояние эйфории, можете поразмыслить о многом, о себе лично, посмотреть личные вещи, фотографии этих людей, которые там жили, находились. Там, кстати, знаменитые политики арендовали ее в свое время, также принцесса Марокко бывала, но не в этом ее суть, суть в другом, что место, в котором она находится, просто открывает шикарные виды вот с этой вот скалы на бескрайние морские панорамы, вы можете там уединиться. Я представляю, как там просыпаться утром, как там вдвоем вот засыпать вечером, то есть как минимум, знаешь, вот когда отношения между парой могут зайти, ну, интимное слово даже не подходит, оно здесь как детское звучит, вот нечто такое сверхъестественное, когда любовь в душе, да, то есть на другом абсолютно. Вот, и можно также съездить на пальчик Афон, где находится город Уранополи, то есть врата, через которые нужно пройти, сесть уже на паром и ехать в Республику Афон. Там находится прекрасный отель Eagles Palace. Eagles Palace — прекрасная гостиница, находится террасами, располагается по отношению к морю. Класс отеля люкс. Цена у него в сезон была в прошлом году примерно на двоих 3200 евро. Но я вам скажу, и категория туристов там отдыхает соответствующая. То есть там нет тагила, потому что там нет all-inclusive, там Стоимость сразу отрезает как бы определенную категорию граждан непонятных, в основном туристы это из Европы, Голландия, Германия спокойные, средний возраст туриста, на мой взгляд, я так посмотрел, примерно лет 35-40, прекрасный песчаный пляж, много, значит, сервисов для спортивного отдыха на воде, то есть стоят каноэ, доски, различные парусники, кайты, также для ленивого отдыха, спа-центр, просто шезлонги, кругом зелень, нетронутые деревья. То есть тут вообще микс с растениями. Тут тебе и агава растет под елкой, и апельсин растет рядышком с кактусом. В общем, ну, прекрасное место. Тоже потрясает, поражает своими деталями в интерьере, в экстерьере, гостиница. Там очень аристократично при всем. Да, и абсолютно верно. То есть она стоит дорогого, но это для тех туристов, которые людей, которые себя любят, то есть которые имеют денежные средства, могут себе позволить отдых именно такого высокого класса. Ну, в принципе, можем перейти на ролик, посмотреть. Да, ролик, который ты снимал в этой гостинице, мы, наверное, сейчас вам и предоставим для просмотра чуть подробнее. Ну и глазами еще поесть, не только ушами. Смотрите внимательно. На полуострове Афон, это самый восточный палец Халкидики, в прекрасном отеле Eagles. Друзья, подскажите, пожалуйста, как вам понравилась гостиница, как вы считаете, к какому классу ее можно отнести? Ну, я бы не рассказывал ничего про этот отель, потому что я принял решение, что я сам в нем буду отдыхать, а если я о нем расскажу, то у меня появятся конкуренты. Гостиница позиционируется как отель класса люкс, действительно так и есть, это VIP уровень. Все это отражено в деталях интерьера, в подходе персонала, в обслуживании. Территория находится на небольшом склоне, но продуманы до мелочей все детали для комфортного перемещения по гостинице. Здесь на территории вписываются во все интерьеры строений, сосны, пальмы, растения, которые здесь находятся и растут естественным образом, а также оливковые деревья. Гостиница работает на питьевое питание, завтраки и полупансион. Также можно в а-ля-карте ресторана заказывать дополнительное меню. Но в принципе можно выезжать в город Уранополи, который находится всего в 4 километрах от этого отеля. Недалеко отсюда находится башня Республики Афон, тот самый город Уранополи, через который, имея на руках афонскую визу, можно посетить святыню всех православных. В данной гостинице также есть бесплатный интернет на всей территории, отличный спа-центр. С детьми здесь также отдыхают много людей, потому что очень хороший песчаный пляж, то есть не такая крупный песок, который принято называть песком, такая галечка, а именно мелкий песок, хорошие пологие входы. И также имеется детский мини-клуб для деток. Добро пожаловать! Все, что Володя рассказал про Eagles Palace здесь в студии и, соответственно, в ролике, который снимался осенью, да? То есть да, октябрь месяц. В общем, так, чтобы емко, для тех, кто не понимает, все равно легче не станет, а для тех, кто понимает, ну, это гостиница в равилевском стиле. Так ее окрестили. В общем, и тут все, это исчерпывающая такая характеристика.